Временно исполняющий обязанности секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак отметил активную работу Якутского регионального отделения, так как в Якутии внедряются и реализуются партийные проекты. Якутск стал первым городом, который посетил Турчак в ходе региональных поездок, которые должны завершиться к началу Всероссийского съезда партии 22-23 декабря. Якутское региональное отделение, оно доказало свою эффективность. Рейтинг доверия, рейтинг поддержки партии находится сейчас на очень высоком уровне. А наша задача, чтобы к избирательному циклу марта 2018 года и сентября 2018 года Якутское региональное отделение подошло вот на пике этой формы. Хочу сказать, что самое, в чем я, допустим, рад как секретарь регионального отделения, в том, что нашел поддержку у руководства в плане проведения предварительного голосования после проведения процедуры выборов президента Российской Федерации. Это для нас очень важно. Ограниченность сроков передвижения по ледовым переправам, трудность проведения этой процедуры, поэтому получили добро, соответственно, мы дадим старт этой процедуре на свой уровень региональный и муниципальный после проведения процедуры выборов президента. И к 15 апреля мы проведем подбор своих кандидатов путем проведения этой процедуры. Это самое главное.